Добрый день! Вы на канале Панна Леся. Посмотрите, какой сочный, аппетитный рулет мы сегодня вместе с вами приготовим быстро и легко. Без преувеличения, он пахнет просто великолепно и маняще. Он такой вкусный, что заменит на праздничном столе большинство мясных блюд. Его можно подать горячим, а можно подать холодным. Для начала нужно приготовить фарш. Если у вас он уже готов, то туда нужно просто мелко порезать лук и чеснок. Я буду перемалывать лук и чеснок на мясорубке вместе с мясом. У меня свинина и курятина. Точное количество ингредиентов я напишу под видео в описании и в конце видео. К фаршу с чесноком и луком добавим соли и черного перца. Хорошенько-хорошенько вымешаем фарш. Когда мы вымесили фарш, включаем духовку на 190 градусов прогреваться. Форму для выпекания смажем растительным маслом. Для начинки порежем вареные яйца. И потрем твердый сыр. Теперь возьмем пищевую пленку, разложим ее по поверхности стола и будем формировать рулет. Выкладываем наш фарш. Разровняем фарш. Его длина не должна быть больше, чем длина формы. В процессе распределения мяса я подложила еще одну пленку, чтобы было удобнее скатывать рулет. Теперь на это мясо мы выложим сверху порезанное яйцо. Сверху присыпем тертым сыром. Добавим немножечко сливочного масла. Теперь будем закручивать наш рулет. Заделываем края, чтобы вся начинка осталась только в серединке. И перемещаем наш рулетик в форму. Я на него положу еще немножко сливочного масла. Отправляем наш рулетик выпекаться в духовку. Посмотрите, какой красивый золотистый рулет у нас получился спустя 1 час. Осталось только порезать его и подавать на стол. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и мы с вами приготовим еще много разных вкусняшек.